Запылился уже. Сегодня я бы хотел рассказать еще об одном комиксе. Комиксе по игре. Называется он «Wolfenstein Глубины». Посвящен рассказу, приквелу к игре, получается. Не к старой, доброй там 3D или к Return to Castle Wolfenstein, а к новым играм уже. В начале книги идет предыстория, как бы. И здесь как раз расписан весь сюжет игры. Первой части — это New Order. Wolfenstein New Order. Вот в такой краткой форме здесь, по идее, весь сюжет-то и расписан. Сюжет в шутерах — это, конечно, дело такое. Оно что есть, что нету, да? И вот это даже много для сюжета первой части New Order. Но все же она здесь расписана. А в основном хватило бы и одной колонки написать следующее. Немцы напали на Америку, и Бласкович отбивается от них. Весь сюжет. Ну, на деле, конечно, в игре много всяких деталей и персонажей. Игра-то мне, собственно, это понравилась. Так что я думаю, и комикс мне тоже понравится. Здесь он рассказывает даже не о самом Бласковиче, а совсем о других людях, которые как бы с ним встречались на войне, где-то пересекались. И вот тут сюжет об снайпере, женщине, которая уже когда в 60-е годы, когда уже как бы немцы уже захватили Америку, она участвует в сопротивлении. Видите, тут даже афроамериканцев уже гнобят, они у них сидят по деревням и лишь бы их не трогали, потому что понимают, что немцы их тут ненавидят и прочее. Рисовка здесь такая простецкая, конечно, в некоторых местах, но вот роботы нарисованы прикольно, и, собственно, обрисовано все зашибись. И так-то особо-то придраться-то, конечно, не к чему, но есть простоватые, конечно, кадры, как вот, например, вот такой. Какие-то люди плохо нарисованные, что-то стоят на пустом фоне. Но это мелочевка, в основном-то все более-менее классно. И разные роботы и киборги всякие тут нарисованы. Отлично. Сюжет, в общем, о том, что женщина-снайпер, вот эта американская, которая притворяется таким доктором в деревне, она лечит людей, но и в то же время она является лидером сопротивления, получается. Рядом с этой деревней немцы начали рыть яму, знаете ли, для того, чтобы докопаться до каких-то артефактов в Америке и найти там, возможно, какие-то погибшие цивилизации или, может быть, даже инопланетян. Ну, в общем, они нашли такое место, где можно это отыскать. И начали копаться глубоко под землю. Ну и докопались, собственно, под деревушкой этой, где они нашли город. И чем и круто этот комикс, что он напоминает мне больше даже не Вольфенштайн там, а больше даже Индиана Джонса какого-то. Город под водой. Я такой сюжет в комиксе в Индиана Джонсе в одном даже читал. Сейчас, правда, я комикс этот найти не могу. Вот все пытаюсь, но не нашел. В общем, немцы построили еще один новый замок Вольфенштайн около этих раскопок и пытаются вести там, знаете ли, научную работу. Особенно мне понравились крестьяне, которые здесь живут у этого, в этой деревне рядом с замком Вольфенштайн. Они уже становятся похожи на рыболюдей из лавкрафтовских таких тем. Люди-рыбы, да? Вот они уже почти такие и становятся здесь. Ну и в этих раскопках немцы находят, значит, огромный город, который, видимо, был основан какими-то доисторическими, я не знаю, неизвестными цивилизацией, неизвестной. Тут немцы называют ее Тулианской. Но на картинках-то похоже, что это не Тулианские, а Ктулианские какие-то монстры с щупальцами и люди-рыбы. Этим-то сюжет мне и понравился, собственно. Ну, вот здесь мы можем увидеть, как главного вот этого немца, который наукой тут занимается в этом замке Вольфенштайне новом, и ведет раскопки, его настигают эти щупальцы, вселяются в него, и он как бы становится с ними одним целым. И, собственно, большинство книжки-то проходит о том, что ученые раскапывают, те там сопротивляются, американцы, и прочее.
Ну а сам Бласкович появляется здесь как-то крайне редко, эпизодически. И является таким вот он, таким вот каким-то неким терминатором, который на своем пути просто все рушит. И здесь в комиксе его цель взорвать этот замок Вольфенштайн. И засыпать всю эту яму и все, что там было. Вот видите, едут, переодевшись в немецкую форму, проезжают они через блокпост. Но не дождавшись, знаете ли, никакого нормального результата, они просто его убивают, немца. Ну, как обычно, в этих комиксах, в новых, кровище много. Тут выходят роботы эти знаменитые. Они, кстати, были в Return to Castle, тоже были страшные эти роботы. С ними было биться невозможно. Так и в новой, в New Order, в New Colossus тоже вот они и есть, получается. Я, конечно, считал, что после Вольфенштайна, Return to Castle, Вольфенштайн, уже лучше-то игры уже не придумаешь. Но вот новые игры, кстати, сделали более тоже такими классными. Мне они, кстати, тоже понравились. Но мы, конечно, понимаем, что немцам здесь ничего не выгодно. Эти замок, конечно же, взорвут. Этот комикс цельный и продолжение как бы не требует. Вот эта огромная яма, в которую они спускались. Внутри какая-то чича, в которой все погибают. А вот и Бласкович, его задача взорвать замок Вольфенштейна новый. И он просто тащит кучу взрывчатки на себе. И вот он сам замок новенький. Ну, походу он его здесь сейчас взорвет. Также тут показаны, как немецкие солдаты мутировали вот в этих Ктулху. И генерал тут один их расстреливает. А вот эта картина, как Бласкович идет через кладбище к замку, была в Old Blood. Это второй эпизод, получается, новых Вольфенштайн, да? Там тоже были такие могилы, и в итоге там все зомбировались. Да, кстати, насчет зомби, вот они. Здесь они не зомби, а люди-рыбы уже больше похожи на, как из Ктулху. Да вот это нарисовано, кстати, хорошо. Как будто срисовано с реальных картинок. Ну, здесь на этой картинке не очень, черные фоны какие-то. Уже как-то так. Местные жители человека-рыбы помогают, кстати, нашему Бласковичу пробиться к замку и взорвать его. Вот, кстати, генерал стал Ктулху. Щупальцы торчат у него из рожи. Роботы бьются. Ни одна пуля почему-то не попадает только в нашего Бласковича. Какой-то он заговоренный. В итоге замок взрывают. Замок разваливается на глазах и заваливает всех. Вместе с Бласковичем и с остальными. И вот уже почти в развязке генерал с глазами, с щупальцами и рожей, и ртом тоже нападает на эту женщину, берет ее за глотку. Но Бласкович вылазит из пепла, ну и сворачивает ему шею. И замок, новый замок Вольфенштайна разрушился и обрушился в эту яму, где завалил почти все. Вот такой вот интересный комикс. Вот, кстати, здесь показаны тулианские памятники, вход в хранилище вот это. И женщина говорит: «Боже, ну конечно, вот зачем нужен божественный ключ. Все так логично». Самое интересное, что в нем не показали, что же там такое в этом замке, что может перевернуть весь мир, и почему женщина-ученый этот хочет завалить этот вход раз и навсегда. Что-то страшное хранится в этих раскопках. В конце, как обычно, галерея обложек. Наверное, тех, которые не вошли. Или это обложки разделенного комикса, может, он был по нескольким частям разделен. Мне вот это нравится, обложка, где робот идет по этой лаве в раскопках.
обрисован классно робот, да, молнии фигачат вообще. Этим комикс меня и зацепил. Также здесь обложки такие рисованные. Вон. И реклама. Читайте также комикс Dishonored. Такого комикса я, конечно, не видел. А вот этот комикс мне более-менее понравился. Хоть он и по новым играм, но все же какой-то он прикольный. Похож на Индиана Джонса. По итогу могу сказать, что комикс довольно интересный и мне понравился. Именно вот этим темой Ктулху, сходство с Индиана Джонсом и этими киборгами, конечно, из нового Вольфенштейна. Хотя новую часть не так сильно играл, как Return to Castle, но этот комикс мне довольно-таки интересен. Нужно будет поискать, есть ли комиксы по Return to Castle Вольфенштейн. Пойду поищу.